Так, окей. Hey you guys, с вами Шимики. Мы, короче, продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2. Я остановился в плавильне. Да. Я что, не могу достать? О! Да, автоматом он не хочет захватывать. Почему ты не дотягиваешься? А. Интересно. Конечно же, нет, не интересно. Быстрее сказать, глупо. Как мне зацепиться? Ау, нашел. Нашел. А так он не может, да, быстро цепляться. Так, вниз. Ползи, ползи, ползи. Успел. Так, последний. Хотя там можно и допрыгнуть. Ой, таймер забыл врубить. А, там сколько? 2 минуты где-то, наверное, уже прошло. Две минутки прошло. Вот идиот. Он хотя бы дальше начал бежать. Вниз, а наверх нету, да? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Так, стоять. Проверяем. Поближим. Осколок. А, сердце камня. Внутри находится душа великого творца. Достань его, а я понесу. Их нужно 3, да, если я не забываю, ты говорил. Сюда. Ну ладно. Но мы пока что только один нашли. Так, все, мне осталось только где-то найти двойной прыжок. И все будет отлично. И все будет ништяк. Хорошо приземлился. А ты не мог мне типа сюда сразу закинуть? А, тут дверь была закрыта. Все. Вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан. Так. Готово. А, все-таки робот нужен мне здесь. Поехали. О, он по лаве херячит. О, плюс сундук. Зеленый подгон. Перчатки костяного. Там рука скелета была. Прикольно выглядит. Бац, бац. Ага. Побежали.
Так, сейчас я тогда отпрыгну. Оп. Вверх. И заберем душку. Не все монетки собирал. Так, 51 тысяча у нас уже есть. Об этом я позабочусь. Мне тебя что, защищать нужно будет? И куда это девать? В голову внедрять. А не, походу нужен один кусок. Давай вернемся с ним к стражу. Вперед. Пипец, это сияние у меня типа фонарика. Становится жарковато. Нужно тогда валить быстрее. Вдруг оно сейчас еще тут обвалится все. Светится. Не нравятся мне эти звуки. Пора познакомить их с моим голосом. А не, его защищать не нужно. И это хорошо. Так, я сейчас психану и вызову смерть. Нет, походу не нужно. Бац, бац, бац. Не-не, это мой, мой. Мое. А что, это по-твоему? Вот черт, меня зажимают. Счетчик уклонений. Если смерть искусно, так, отбивает атаку врага, мимолетно отблеск облика жнеца наносит врагу ответный удар. Что-то новенькое. Что? Уже все? Да. Уже выход. Закинь его туда просто. Это не... Так, 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 так. А, это вот это. Способности. Бля, мне нужно. Это какой 12-й, у меня сейчас 11-й. Я лучше уже дождусь и прокачаю вот это. Враги повреждения жертвы приносят энергию жнеца, принося дополнительно 8 единиц энергии жнеца с каждого пораженного противника. Нужная вещь, поэтому буду ждать ее. Шкала жнеца. Быстрее погнали. Не быть таким медленным. А разве тут была лава? Старый камень просыпается. Нам же только в голову, да, нужно было всунуть. Да, походу только в голову. Кажется, мы еще не закончим. Серьезно, все-таки нужно их три. Бля, два в плечо и одну в голову. Окей. А, ну он автоматически хотя бы цепляется. Не нужно мне время тратить. Трубы.
Так, а вот это вот не смешно. Вот это вообще не смешно. Так. Уклонение, ходьба, режим прицеливания, снаряжение. Открыть хранилище. Призвать отчаяние, нацелиться, удержать. На следующего врага. Предыдущий враг. Здоровье, так, буряшница, неудержимость, жатва. Мгновенный удар. Экигна. Бешенство, смертельная схватка. Так, искупление. Так, путник в пустоте. Период, вперед-назад, удар косой, shift наклониться, прицель-то, так, отчаяние. На конструкте, это фигня. Под водой, это не то. Оружие основной. Вспомогательный огонь. Как мне пистолет выбрать? Мне нужен пистолет. Как выбрать сраный пистолет? Не, я так не могу. Мне нужен пистолет, чертов. А вот и пистолет. Жалко, что их назначить на горячие клавиши нельзя. Обидненько. Так. Туда можно попасть через туннельчики. Да, подожди. Это я открыл дверь. А ты должен ее держать. Допускай, папа. Подождешь? Мне нужно. Неплохо. Весь день бы им заниматься. Стой. Я не против. Я пока денежки пофармлю. Ты умеешь плавать? Куда? А, не, подожди, я хочу. Сначала под воду. Так, это походу я вниз могу спуститься. Погнали вниз. А, окей. Ну сюда зато можно попасть. Это за рункой, да, я сейчас иду? Да. В принципе, классная вещь, потому что я их ваншотчу. Так, теперь вернуться к нашему приятелю. Приходилось кидать камни куда тяжелее тебя. Мне бомба нужна. Хорошо, держу тебя. Давай. Держи. Да я иду. Ну, метаешь? Где мне найти бомбочку? Ох, там эти псы. Нужно хилку выбить. Это невозможно. Ладно, манка с энергией тоже норма. О, тихо. Не, приятель, я так подумал. Ну, вас нафиг, я лучше запущу робота. И буду вас херячить с помощью него. Просто ваншоты.
Как-то шустро. Так, и зачем? Мне нужно запустить механизм. Хорошо, я понял. Так, 30-е. Сколько их там нужно? 50, да, самая такая херительная стоит. Действовать. Ну. Ага. Сраный прицел. Тихо. Так. Отлично, успел. Успел. Отскок. И на эту, да, нужно? Или вниз? И, походу, вниз. Так, а здесь мы запустим. Воду поднимаем. Ага. Так, а теперь погнали за роботом тогда. Теперь мне нужен робот. Уехали. Супер херов. Медленно, давай шустрей. Может, до конца тогда на роботе поедем? Что ты там делаешь, сзади? Сижу. Что я тут делаю? О, нашли еще один, одну часть. Слышу врага. Опять тупые головоломки, черт. Уа. После тебя. Окей. Если я попробую, то сломаю цель. Ой. Ой-ой-ой. Бац, бомбац, бубам, бубам. После тебя. После тебя. Слишком много болтаешь. Дело за тобой. Я дерусь. Я тебя на много маленьких камер. После тебя. Так, ладно, поехали. По лицу. Но не трогать его. Так, там еще повылазили. Кажется, они напрашиваются на драку. На взбучку. Это потому что тут враги, да? Бац, бац. А нахера мне робот? После тебя.
как ты меня бесишь. Он ходит за мной. Это ты чепуху. Так, ладно. В смысле? Рычаг светится активным. Но я не могу его активировать. Я не могу. Теперь дело за тобой. Опа-на. Опа-на, опа-на. Так, находимость золота 9%, теперь будет 10%, при этом у него одинаковая защита. А ну-ка надеть. Такое. Нахождение золота 20, но защита меньше. Хотя можно эти тогда одеть уже. У меня что, все время вот эти были? И у меня вот эти были одеты. Так, мантия херня. Коса, соответственно, тоже. Окей. Сразу чекаем воду. Рунец. Тридцать один уже. А торговец у нас с этими побрякушками был только в одном, да, месте? Так. Здесь я не зря сюда лезу. Выше, выше и выше. Сундук. Рычаг. Можно заспидранить этот момент. Тихо. Падать опасно. О, там еще руна. Я за руной. Рунчик, рунчик, рунчик. Купляемся. Давайте в ту сторону за сундуком пойдем. Хотя, что у нас тогда тут? Готово. Ой. Буц, бумц, бам, бум, бум, бари, бум. Ярость, ХП. Так, ну я нашел ХП себе. Это уже радует. Я прибавил воды себе сюда. Теперь я могу подняться наверх обратно. А, я плюс запустил механизм. Подачи воды. Так, у нас там бомбочки их ездят. Хорошо, бомбочки мне нужно. Зачем?
Хорошо. Понял. Нет, не понял. Кто такие, я не понял. Тут нихера. Цепляется все еще. Оп. А какого хера они вылазят? Держит это откуда? О, проклят. Серьезно? Вы это сейчас серьезно, да? Охренеть. Да уж. Так, наплечники творцов, созданы творцами ремесленника специально для того, чтобы поднимать набы против... Что? А, кто поднимает... А кто поднимется на бой против порчи? Это доспехи призваны защищать того, кто нас защищает все творящие. Доспехи творца. Созданы творцами ремесленника специально для того, чтобы поднимется на бой против порчи. Вот мы нашли один уже костюм из DLC. Блять, серьезно. Вы это серьезно. Мать ваш, я потратил 60 000. 60 000 было потрачено. Ну там, там пробивающий урон есть. Просто охренеть. Не, ну здесь это незначительно на самом деле. Но здесь понятно, что я надену. Здесь даже это не осуждается. Так, остальное можно косе, я думаю, содать, схавать. Улучшить. 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 Но это я не продам. Я лучше... Ну, то есть, недавно с жирания. Не, ну косы прикольно выглядят. Четкие. Четкие косы. Мне что показалось? Мне показалось, что тут руну видел. Да, кажись, показалось. Обманчивые глаза. Так. Где мне будет выгоднее падать? Ауч, недолет. Так, вижу подъем. Yeah.
Слушай, можешь меня туда закинуть? Запрыгивай, Сати! Потому что я это сделал уже с помощью робота, поэтому я могу сюда залезть. Отлично, ключик. Да, все-таки DLC есть, потому что это костюм должен был. Должны были нам дать в начале. Один, кажется, из трех костюмов. Возьму, ладно, тоже. Аж ранее дал. Да, сейчас все сделаем. Так, он. Я хотел посмотреть, сколько у тебя урон. Ага. Улучшить. Такое. Блин, ладно. Ой, там крабик. Кажется, я крабика вижу. Ты помогай мне тоже ломать бочонки. Молодец. Просто топчи их. Слушай, кажись, он наагрился на тебя. Я только разозлился. А, и он напал на меня. Да, это было больно. Так, тут у нас хилка. Там еще недорушенный. Тут у нас водичка, куда я иду. Что, ничего нету? Окей. Я не против. Только не говори, что ты не можешь взобраться. Неужели? Все, наконец-то. Так, ну, в принципе, чудик закрывал проход, мы сейчас через тот проход и пойдем. О, у меня... В принципе, зачем мне терять время? Где там мой робот? Приятель, поехали. Главное, чтобы он пролез ворота. Жаль. Действительно жалко. Так, две хилки здесь есть. Окей, давайте вспоминать. Что мне делать? Приятель, помогай. Что мне делать? Рычажки. А, точно. Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? Окей, я знаю, кого сейчас расплющат. Блин, мне его жалко. Он столько раз со мной ходил сражаться. Ну, мне нужен его шарик. Поэтому, увы. Постарайся, чтобы тебя не раздавило, сзади. А что, если я спрыгну на эту фиговинку, которая едет туда? А, я там не помещусь, ладно. Ага.
Отлично. Тихо, чуть не упал. Сейчас запускать его будем. Нет, куда-то не туда его запустил. Его вообще вверх метнул. Знаете, типа этого бильярда или гольфа. Не, быстрее на гольф будет похож. Так. Здоровяк, ты мне мешаешь. Походу мы тут с тобой прощаемся. Так, оп. Так, дофига ящичков. И ни в одном ничего полезного. Ну, деньги не в счет. Да уж. Деньги не в счет, короче, буду деньги тратить только на хил. Да что это вообще херня? Потратил 60 тысяч на косу, которую в конце концов пришлось поменять. Не переживай, всадник. Я иду. Ой, летит он. Она понесет? Он меня вместе с ним. Ты долгий, слушай. Бери, поехали. Жаль. Бери и поехали. Только шустро. Вау-вау-вау-вау-вау. Знать, вот это что-то новенькое. Магия амулета, блин, да, я что-то вообще не использую свою суператаку. И с чем связана подача воды? Окей. Приятель, что будем делать? Я немножко не понимаю, что мне делать. Немножечко не понимаю, где что делать. Влияет ли это на что-то? Ага. Все, лава у нас застыла. Так, отлично. Я могу взять робота. С вопросом зачем? Куда я с ним поеду? Задав этот вопрос, я буду немного впечатлен. Я очень впечатлен, поэтому поехали дальше обратно. Он не может сюда попасть по причине того, что нету места, да? А, вон ты где, тю. Все, можешь бежать. А, я ему сразу и вторую открыл. Ай. Он успею.
Нет, не успеваю, ладно. Пойдем тогда обычным путем. Хотя он мог бы положить камень и, от... и подержать дверь. Из сердца камню струится кровь жизни. Давай, я робот уже одного активировал мелкого. Так, осталось у нас, получается, последнее, это в голову. Там же я был, да? Да. Сюда! Полетели. После тебя. Это там закрыто. Погнали за роботом. И погнали ломать все. Нужно немножко сохраниться. Это последний камень. Может, мы его тут и заберем? Буду надеяться. Разломай, чтоб место было. Чтобы было попросторней. А вот когда я это все сделаю, я вижу, что решетка. Ладно. Ой-ой-ой, тихо. Я этого не заметил. А ну обратно. Чё он там стоит? Почему ты не идешь сюда? А, это вижу. Туп-туп-туп. Раз. Два. Идеально. Тут наверх прохода никуда. Как-то уж легко мы заполучили последний. Что-то с ним не так. Согласен. Вот это зрелище, говорит он, потому что оскверненный охранник. Парень. Нет, с ним не все в порядке. Ух ты ж, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Теряч. Давай, перекат. Тихо, он устал. Готово. Я немножко пропал. Вы так не считаете? Я должен был ему отрезать руку, ногу, он должен был упасть, не? Окей.
после тебя. Да я понял, что после такого ты только после меня и пойдешь. Не могу. Хотя бы фул отхилился. Надеюсь, он не озлобнет. И не нападет на меня. Ты должен вложить камень в стража. Мы видели, как это работает, всадник. Оно освобождается от порчи. Два других сердца камня чисты. Держу пари, что их свет очистит и третье. Возможно. Карм, не делать ничего, еще больше риск. Увы. Порча испарилась, как вода на раскаленном металле. Ты был прав. Я ошибался. Ух ты ж, ё-моё. Это сейчас будет жестко. А, я думал, фу, я думал, сейчас буду с ним сражаться. Плывильня выполнена. А, выследить стража нам нужно. Ну давайте, короче, выследим стража в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.